Готов с нами пообщаться? Уже готов, да, после второго периода. Вот эти удаления на старте, это что, следствие какой-то недооценки соперника или в чем причина? Да нет, не следствие недооценки, просто первые 5-7 минут, наверное, мы играли тот хоккей, который от нас требовал главный тренер и тренерский штаб, а потом немножко ушли в какую-то самодеятельность и вот от этого удаления пошли. Судя по второму периоду, на этом был особенный акцент сделан в раздевалке. Ну да, Алексей Юрьевич хорошенько нас встряхнул и сказал. Ну, я не буду говорить, что он говорил, но с наступающим не поздравлял пока. Пока рано, да, еще. Но мы видим, что у соперника многое сегодня не получается. Что может вам помешать сегодня одержать победу, если вдруг? Ну, я думаю, только мы сами можем себе помешать. Играть так, как от нас требует тренерский штаб. Мы умеем это делать и умеем играть. Не отходите от своей игры, и все. Спасибо большое.